Уже не новый, но все еще молодой День народного единства отмечают в России 4 ноября. Как выяснилось, не все горожане знают, почему в этот день мы не идем на работу и какая история у этого праздника. Вы знаете, какой праздник отмечается в России 4 ноября? День космонавтики. Нет, всё, не знаю. Спасибо. День народного единства, знаете такой праздник? Да. А вы знаете историю этого праздника? Нет, совершенно не знаю. Знаете, какой в России отмечается праздник 4 ноября? Нет, не знаю. А День народного единства праздник такой знаете? Знаю. Может быть, историю этого праздника знаете? Нет. Но, к счастью, были и те, кто вспомнил, какая история скрывается за этой датой, окончание какого смутного времени не грех будет отметить. В нашу молодость день 7 ноября был красный день календаря. 4 ноября – день единства. 4 ноября – День единения России. А вы знаете историю этого праздника? Ну, это с Мининым и Пожарским. Вы знаете, какой праздник в России отмечается 4 ноября? Знаем. День матери. День единства. А день единства и еще день матери вот будет. А скажите, пожалуйста, вы знаете историю Дня народного единства? Конечно, знаем. Ну, чтобы народ был единый, чтобы не было войны, мир, говорит, да. Да. Само слово говорит, что надо быть едиными, будет. Дружными. Вы знаете таких людей, как Минин и Пожарский? Да, знаю. Кто они? Получается, была оккупация Москвы Польшей? Или тем, что являлась Польша? И они организовали народное сопротивление. И их выгнали из Москвы. Вы знаете что-нибудь об этом празднике? Да. Что? Ну, в этот день Минин и Пожарский, по-моему, освободил Москву от польско-литовской интервенции. Евгения Бузлаева, Антон Носов, РТК «Забайкалье».